Привет всем! Хочу рассказать, что делать, если туи пожелтели и зеленеть не хотят. Что вы там не делаете? Смотрите, у меня какого салатового цвета. Цвет такой аж приятный, не как у всех туй. Сейчас я вам все расскажу популярно. Ребят, на такую лейку воды простой, я вот набрал холодную, теплой у меня не было. В итоге надо 2 столовых ложки лимонной кислоты. Наши туи очень сильно уважают кислинку, вот эту вот. То, что вся фишка, вот зеленение идет вот от лимонной кислоты. И эту процедуру надо делать осенью и весной. Если упустили момент, ничего страшного, можно и летом догнать эту, ну, эту ситуацию. Перемешивается очень быстро, рукой. Как-то так. И можно поливать. Я раньше не знал так, о такой процедуре. У меня были туи зеленые, ой, желтые все время. И в итоге, что только не пробовал, мне ничего не помогало. И умный агроном мне порекомендовал такой рецепт. Ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.